Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls 2 и знакомый нам уже враг. Ну блин, ну что за дерьмо, ну почему? Мне ж сейчас плохо будет. Я ж закончил ту локацию, где было много врагов. Сейчас они, наверное, могут все восстановиться там, и будет жопка. Но я надеюсь, что я смогу. Так. Я еще и не там вышел. Ну что ж, бывает, бывает. Знаешь что? Пошел ты. Странно, что тот лифт не работает. Не понимаю, почему. Так, ну дверь открыта, уже хорошо. Можно попробовать убежать. Но от такого, как говорится, не убежишь, но попробую. Ну почти. Так, погодите, погодите. Те должны отстать. Ну а ты еще что за сучка? Нет, нет. Не смешно уже, честно. Боже ты мой. Да, это, конечно. Хорошее место, хорошее. И убить их не так уж и просто. Но что значит приходи в DLC прокачанном, а не со 150-м левелом? Все такие с 500-м бегают, а нормально, нормально, вроде. Вроде и не сложно, да? Вроде и да, не сложно. Какая же ты живучая тварь, а? А теперь мне все это по новой проходить, ну вы что? О боже ты мой. Это не по-человечески, не-не-не-не.
Это, конечно, совсем уже. Да. Ну что, делаем ставки, удастся ли мне подвинься? Я иду. Ой, какой кошмар. Вещи, между прочим, разбросаны на говно какое-нибудь, но... Я с вами нереально! Нереально! Называется численное преимущество на стороне ублюдков. И делай ты что хочешь. Ну как бы пробежать-то получается, ладно, это уж. Ну, до какого-то момента. Момента, когда уже бежать некуда. Черт, я плохо камеру настроил. Вот что бывает, когда плохо камеру настраиваешь. Ладно, почему бы не сделать все спокойно? Сейчас этих убьем, потом тех, все нормально. Сейчас все, ладно, не будем бегать. Все-таки не спидран. Основательно к делу подойдем. И сделаем. Так. Отлично. Ну ты силен. Так, дай мне подумать. Ну да, по остальным я не попаду. Есть, конечно, идея просто как в прошлый раз пробежать к той лестнице. Может, меня никто не заденет. И тогда расстреливать их сверху. Но, как видите, я не добежал. Не, ну это, конечно, логично, логично. Вот так вот не спеша немножко походишь, потом тебя убьют. Ой, давай еще раз. Вроде и босса нету, а что-то сложновато стало. Как бы показать, о, какие-то враги слабые, там пару ударов, все. Но когда их много и когда не очень выгодная позиция, тогда совсем печально. Че ж ты лифт не работаешь? Что тебе сделать, чтобы ты заработал? Положить что-то сюда? А, может оно... Может с этим мечом попробовать подраться? Я сейчас посмотрю, какой там урон будет. Он у меня вроде даже прокачан, так что может и получится. Ну-ка. Не, не очень. А, ну в прошлый раз я сначала втыкал, потом бежал. Может быть, если они тут начнут меня бить. Ну-ка. Ну, если бы я успел пробежать, то может быть. Ну как же она медленно лазит? Что мне делать с этими дебилами, а? Что?
Великое прохождение, конечно, получается. Люблю я такие моменты, когда ничего не получилось. Иди вниз. Наверное, что-то я не так делаю. Ну да, промахнись, давай. Здоровья-то много, давай. 5 ударов ему, чтобы убить. Конечно. Эстусы восстанавливают, вообще ничего не восстанавливают. Ой, давай-ка ты подготавливайся к бою. Сейчас будет нелегко. Ну вообще всю стамину выносит, ну. Ну не, это не серьезно. Это совсем не серьезно. Надо мимо них тупо пробегать. Я, конечно, понимаю с одним этим большим драться, но когда они там со всех сторон летят, это вообще ужас. Я опять не туда побежал. Ну, вот тупо сейчас попробую еще раз пробежать. Эй-яй-яй-яй. Яй-яй-яй-яй-яй. Эй-яй-яй-яй. Хрен я на вас ложил. Хрен. Ага. Тебе вообще бэкстеп, блин. Сейчас сзади меня. Знаете, это сложная ситуация. Но кажется, я придумал, как из нее выйти. Сейчас я все сделаю. Если, конечно, у меня пробежать получится. Рассказываю, показываю. Стоим тут. Да, этого я не ожидал. Ну, боже ты мой. Ай-яй-яй. А что у нас тут? Да, еще парочка врагов, ну, хрен с ними, конечно, но... Что ж мне делать? Что ж мне делать? Я хотел просто встать там, чтобы этот, который с мечом огненным, не пошел, как в прошлый раз. И страж этот пришел с топорами, я бы его убил. Потом бы расстрелял мага, предположим, из лука. И тогда уже было бы попроще, но... Похоже, так не получается у меня. Надо подальше встать. Пофиг, пусть маг стреляет. Ничего в этом страшного нету. Слушай, давай-ка без этого, без автоприцеливания. Не, ну, издевательство, издевательство. А, вот оно как. Еще лучше.
Да ты что вообще? Ох, я не знаю. Я уже и не знаю. Дай покоя, дерьма кусок. У него, блин, приемов больше, чем у некоторых боссов. Окей. Этот петух сюда не идет, он не может. Нет, может. Херово. Расстреляю-ка я его пока. Я не знаю, на этих парней, что огонь хорошо действует, или почему он от бочки взорвался, а сейчас я ему тут наношу. Ты, конечно, хорошо меня тут шугаешь, но давай-ка проваливай отсюда. Ага. Шара просто невероятная. Мерцающий титуанит, сушеный корень, большой осколок титуанита, человеческая фигурка. Так, ладно. Раз уж человеческая фигурка, то ладно. Принцесса Лея, блин. Ну еще один идет. Ну давай, давай, давай. Я не хочу оставлять за собой никого. Так что сегодня твой счастливый день. Не злишься за попец-то? Надеюсь, что нет. Сейчас я их тут так уж размотаю. Потихонечку. Тупая сволочь. Там же... Ну да, конечно. Умереть она тоже не может. Главное знать локацию. Ой-ой-ой-ой-ой. И слабости врагов, и не тупить, может быть, получится. Подозрительные ребята. Да, маловато, ладно, эту можно, этого можно и там внизу будет шлепнуть. Ой, она все-таки попадает. Я думал, первый раз так не попало и прокатывать будет, а нет. Это, конечно, неправильно так проходить, но... Дайте покой. Есть лук. Можешь стрелять, стреляй. Сколько там кровавых пятен, походу...
врагов там воскресает не меньше. Странно, что здесь не так много. Хотя они бежали, спрыгивали. А может и нет. Так, петух с луком, надеюсь, он воскресать не собирается. Немножко помогу себе. Не хочу умереть прямо у тумана. Хорошо, что ты стреляешь из лука на самом-то деле. Прям издевательство какое-то. Сколько ж вас там? У меня странная херня, я когда за щитом прячусь и потом, ну, убираю щит, как будто и хочу. Ни хрена себе. Он у меня типа. О, дерьмо. Типа не стрель. Ну, как бы из-за щита бьет, а это урона наносит меньше. И из-за этого я долго бью врага. Маленький оранжевый плод. Ну что, еще кто-то выпрыг? Чувствую, что тут. Ну вот так вот я и думаю. Подозрительно тут все. Ну, как бы, если вот сюда спрыгнуть сверху, чтобы быстро пробежать, по идее, но ставить здесь мобов, это логично достаточно. Ну и души героев в этих штуках, это тоже очень здорово. Хоть какой-то смысл тут ходить. Смертоубийство совершил. Так, тут у нас туман. А тут спуск вниз, да? Я не верю, что за этим туманом будет босс еще, потому что обычно они ставят босса так, чтобы тебе добежать было несложно. Ну, во всяком случае, в Dark Souls. Ага, понятно. Я пойду в туман, потому что я видел там, по-моему, костер. После этого, возможно. И если так, то будет очень хорошо. Потому что не столь низко он и был. Ну, хотя. Походу проблема. Что это такое? Нет, в сумке расплавленный железный скипетр. Нет, в сумке. А вот и костер. Отлично. Вот теперь, когда мы смогли осилить этот участок печальный, можно и к темному духу идти. Зря я, наверное, сел. Враги все воскресли. Ну да ладно. Сейчас осмотрим. Кварцевое кольцо мага плюс 3. Наверное, интересно. Ладно, посмотрю, что она дает. Может, правда, что-то дельное. Мага плюс 3. Хрен знает, как оно выглядит. Пойду сверху так. А вот. А, это от магии. Или это не то кольцо. А, нет, то. Так, ну я. Ладно, пойдем к темному духу. Тут достаточно
Да мне и без духов в целом. Нормально. Идите, идите. Сейчас будет борьба на цепи. Наверное, вот весело. Ладно, добежать попробую туда, может. Ну где ты, красавица моя? Ну привет. Убьешь меня? Но в целом-то ты... Да, вот эти атаки я не очень люблю. Мне бы полечиться, а ты тут... Ага. Ну, красавцы, красавцы. О боже ты мой. Знаете, наверное, стоит все же от бонфайра пойти прогуляться, посмотреть, что там, потому что тут, походу, куда я пошел, целая локация с этой еще кусочком души. Я не уверен, что нам не сюда, потому что у меня просто там туман был. Или, блин, куда идти? А, я уже вышел. Посмотрим, что у нас тут. Камень магии. Ага, там у нас предмет и рычаг. По лестнице надо залезать. Ясно, понятно. Ой, зря. Лучше бы в воде искупался бы и пробежал там, наверное. Блин, тут такой взрыв сейчас будет. Это странно, никаких кнопок нету. Но этот петух понятно. Знаете, это тоже интересный враг, если к нему подойти поближе. Сначала он исчез, потом ударил меня в зад, потом еще намутил какой-то круг. Я думал, он только пускает шарики. Но вот тебе и шарики. Куда идти лучше, уже непонятно. Похоже, в любое место, куда я пойду, в любом наваляет, надо в бочке искупаться и через огонь бежать. Тут высоко. Так, да, есть чуть-чуть. Ну ты сейчас взорвешься, так, чувак.
Ой, стрёмное место. Так, двое это уже перебор. Я и с одним-то еле справляюсь. Да, огонь, огонь, конечно, огонь. Ну ладно, так зато я, открывая ворота, могу быстрее пройти даль. То есть я могу не убивать тех. Но в любом случае мне придется убить этих. Но у меня есть лук. Хорошо. Логика в этом есть, наверное. Понемножку пробиваться вперед. А, ну да, забыл. Что ты докопалась за меня со своими бэкстебами, а? Я все равно по тебе даже попасть не могу. Но магия у них здоровская. Это да. Серьезно? Я аж офигел. Слушайте, ну прекратить. Ну как и можно вообще с ними сражаться? Ну что за магия? Почему у меня никогда таких спеллов не было? Надолго. А теперь без перезарядки, давай, давай, давай. Уже не я один из лука стреляю, да? Но больше я там таких не вижу, так что... И тут у нас рычаг, который откроет еще один проход. Ну, открыл бы. Черт, он еще жив. А, вот как он умирает, понятненько. Проливает. Проливает.
На, ужас какой. Ну ладно, мы продвинулись. Теперь есть проблема, что если я умру, этот петух большой опять появится. А так все хорошо, да. Опять улица. Ага. Та-та-та. Лестница, наверное. А, да, там труп с предметом. И, конечно, рычаг, чтобы не убивать большого ублюдка. Умно, умно. Текс. Там у нас туман. Вот там может быть босс, потому что сокращение достаточно хорошее, чтобы там был босс. А я там был, а я там не был. Там много предметов. Ну ладно. Нет, не босс. Но достаточно темно. Ну и как это мне помогает? По-моему, у чувака чуть не бомбануло. Ну, прыгай. Так, ну чё, мне тут все зажигать? Эй, нет. Веселый ты парень, ну чё ты только прыгаешь? Черт, как же их там много, а? Ну прыгай. Ух ты. Да, но тут явно темно, или я просто днем играю и ни хрена не видно. Ну, так будет посветлее, явно. Люблю я темных духов. Но я надеюсь, он придет сюда или будет где-то поджидать меня, как и тот. Похоже, что будет поджидать. А я сюда могу так спрыгнуть, если постараться.
Ой, типичный красный инвейдер. Я не полез, ну хотя типичный бы еще стрельнул бы. А, вот, ну наконец. Нет? Ладно, я вижу, у тебя хорошо оружие за Лайтинина. Ну хорошо, хорошо. Ух ты. Меня немножко будут тут проблемы. У него здоровье. Откуда в этом круговом месте еще и дырки? Откуда я могу упасть? Ладно, думаю, надо сделать на этом перерывчик, и в следующей части мы продолжим. А на пока всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, увидимся. У нас два инвейдера в следующей части, видимо, будет. А может еще и что-нибудь посмотрим. Ладно, увидимся.